четверг, 7 мая, в Самарской области ожидается пасмурная погода. Практически везде пройдет небольшой дождь, еще немного похолодает. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов, ночью 8-10, выше 0. В Сызрани пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 10 градусов, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. В Тольятти небо в тучах, осадки в виде дождя, днем плюс 10, ночью 8 градусов, выше 0. Северо-восточный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь в течение дня. Дневная температура 10 градусов тепла, ночью плюс 7. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.